Добрый вечер, земляне! Я Александр Док. В сегодняшнем видео я рассказывал о том, что Викторию узнали в магазине. В каком магазине? Секс-шоп. Секс-шоп. В общем, ну как правда? Правда. Серьезно? Ты туда заходила? А что ж там делала твоя подписчица? В общем, ее там узнали. А типа мы не люди прям. Ну ладно, она всегда шутит, ее не поймешь, когда она шутит, когда правда. Где-то там, в общем, она искала свечку большую, высокую на инсталляции. От геморроя. Так, хватит шутить. И там ее узнали. И узнали ее, а она ответила сегодня, эта женщина. Это, оказывается, Антонина Шапова, она живет в Кропоткине. Земляне, самое главное, что ей сегодня... исполняется, она написала мне, исполнилось. Нет, Антонина, не исполнилось, а исполняется. Исполнилось это когда вот завтра уже, например, там будет. А сегодня исполняется 70 лет. И мы решили вот снять вступление к вечернему ролику с Викторией и поздравить Антонину. Теперь вот я думаю, что она меня тоже узнает. Я теперь буду все время из машины выходить, не буду нет, сидеть. Не надо, вы так сидите и сидите там вот. Нечего за мной шарахаться. Может, меня мужчины начнут узнавать. Может быть, даже вот мужчины. А меня, может быть, и женщины начнут узнавать. Сижу я как-то в этом, в Нижнем Новгороде, а Виктория пошла за водичкой в магазин. А люди проходят мимо, а я говорю, вот так вот сидит сам Александр Док на заваленке, люди проходят, и никто его не узнает. А, еще в Туле тоже такая же история была. Проходят люди, и никто не говорит, о, так это же Александр Док! Ну ладно, соловья баснями не кормит. Ну что, Вик, поздравляем Антонину, да? Да, милейшая женщина, так приятно было. Да. Вот так, Антонина, вы вызвали положительные эмоции у Виктории. Это вообще-то редко, чтобы она кого-нибудь похвалила. Обычно она можно подумать, я Змей Горыныч. Да злодейка еще та, злодейка. Как я с ней живу столько лет, я не представляю. Меня жалеют, говорят, как вы ее терпите? Она же... Сейчас ты выключишь камеру, я тебя устрою. Сейчас я выключу камеру, она мне устроит. Так и будет. Ну что, Антонина? А ты получишь. Поздравляем вас. Наши пожелания, здоровья, бодрость духа. Наш канал весь пропитан позитивом. Поэтому хорошо, что вы попали на наш канал, хорошо, что вы соседи. Вот, возможно, мы где-нибудь и встретимся с вами. Мир тесен. Ну что, смотрите следующий ролик. Мирка. Мирка. Я влево, а она вправо уходит от меня. Мирка. А как же мы пойдем? Марсюшка, мы тебя ждем. А я уже перепугался, думаю, как же мы пойдем без Марсика. Во-первых, и ворота открыты, как же ты будешь пропускать? А, ну пойдем, посмотрим. Так, что вы столпились, теперь у нас тут пробка. Лирик, прошу. Вечер. Иду, Сереге зарплату надо отдать. Ну что? Марсик побежал. Марсик, никто тебя не шугает. Глянь, прошел свободно. Мирка на него даже ни разу не прыгнула. А что ты там сидишь? Все, прозевала? Эх ты, прогул тебе сегодня, Мирка. Вот такой вот вечерний сад. Где-то слышу, по-моему, тачка, что ли, гремит, да. Слышите? Серега где-то на колеснице едет. А я включу свет. Где же он там?
вечером тоже в саду приятно. Фонарики. Вот видите, вон они горят, фонарики. Вон фонарик горит. Вон он, кобра. Серега, ты где? Я слышу, тачка гремит. А где? Вон она, желтая. Серега что-то снимает. Еще один фонарь должен гореть, но он почему-то не зажегся. А ты там что снимаешь? А? Что снимаешь? Фонарики. Какие? А. Вот эти. А. Слушай, вот тот днем горел. Вот тот фонарь, вон он. А сейчас что-то не горит. Может быть, надо пройти под ним? Вот этот вот. Я даже ролик снимал. Сейчас подойдем к нему. Они включаются все от движения. Вот. Почему-то он... О, моргает. Но не... О, загорелся, увидел меня. Это у него от радости крышу повело. Ага, глянь. Сработало все. Вот он такой фонарик. Ну, место освободилось там. Заняло здесь. А, ты пересадил уже, да? Ага, во-во-во. Это лох или как ты называешь? Шифер. Туда, лох туда. Значит, теперь у нас лох растет здесь. Ну тут ему хорошо, глянь. Дерево. Надо будет подрезать пополам. А это ты пересадил этот? У наби, да. Это у нас теперь у наби. Корней вообще нету. Не было? Там, может, штуки 3 или 4 волосинки. Ну, выживет, как бы. Ты знаешь, его этом подкорми тогда удобрениями, ладно? Весною. Ну так он живой, да? Ну, Марсюшка, для вас посадили. Ну это закроешь, да? Ну он поэтому стоял и стоял. Три почки было, листика 2. Выбрасывал и все. Угу. Так, мне осталось вишню обрезать. Потом, это у нас что вот это вот? Абрикоса, да? Это жердела. Жердела. Абрикоса нету тут. Ну, Серега все называет абрикосами. Ой, жерделой. Абрикосы в его понятии это как с размером с голову Марсика. Это абрикосы, да? Ну, не, это не абрикосы, это жердела. Ну и все, ладно. Какая разница, как называется. Главное, чтобы вкусно было. Так, ну что? Абрикоса, а вот тут вот хорошо. Угу. Она мелкая была. Да я бы не сказал, это она единственная, из-за чего мелкая, то что ее много тогда было. Ну да. Очень много было. Тогда что-то. Ну вот, посадил же еще 3 дерева. Где у нас еще абрикосы, скажи? Абрикосы там. 2 или 3 там? 3. 3 дерева. Ну вот. И будем думать, рассчитывать. Персиковый, черный, абрикос. О. И мичурина. И мичурина, видишь? Так что будут абрикосы. Помнишь, как в этом, Сереж, фильм? Я вам денежку принес за квартиру за январь. В каком фильме? Операция. Операция. Я тебе зарплату принес. А Серега пошел. Да мне надо, не надо ему зарплата. Я, говорит, ради интереса. Мне главное, чтобы жерделу не называли абрикосом. Вот и все. И пошел. Ну, так вот с фонариками. А сейчас потемнеет, вообще будет хорошо. Дорожку освещает. Вот у нас еще, видите, целая дорожка. Пройду сейчас. Вечернее видео, не ночное. Я обычно ночью снимаю. А это вот такое, видите? Вот. Не, ну не настолько темно, конечно. Это я убавил просто на камере. А вообще примерно вот так вот. О. А с фонариками, конечно, веселее.
Вот он тоже фонарик. Сейчас он меня увидит и загорится. Видите? Давай. Опа, есть. И вон фонарик еще. Но он не подключенный. Марсик, надо поливать не арматуру вот эту пластиковую, а этот, слышишь, что? А сам кипарис. А то арматура вырастет. Ну, будем арматуру продавать. Ну что, ну вот еще у нас тут дорожка. Вот эта вот. Вот гоняюсь за Серегой, чтобы ему деньги отдать. Слышь, ты деньги будешь брать или что? Деньги будешь брать? Я за тобой гоняюсь. А что этот не загорелся? Вот этот фонарь. А ну, закрой его. О, вот он, все. Загорелся. Ладно, сейчас камеру выключу, отдам тебе зарплату. А Мирке отдам этого инжира. Ну, сейчас. Сейчас, Сереж, далеко не уходи. На земле падает инжир. Вот мы его рвем. Называется новый сорт. Безлистевый инжир. Держи. Нету листьев, а он растет. На. На, ешь. Скоро уже январь будет. А у нас все инжир. Я специально листья оборвал, чтобы он перестал плодоносить. А у него, гляньте, какие эти. Он как специально. Опа. Вот оно. Бери. Гляньте. Вверху, видите? Вот я. Опа. На, Мира. Смотрите, какой. Ой. На, тебе. Я откусил, ему отдал. Все? Довольны все? Выключаем свет. Выходим. Все, выходим. Марсик. Рада. Мы идем домой. А, как сказал, домой, так сразу. Ну что, земляне? Традиция у нас одна. Вот он я, Александр Дог. И бульдоги, и лирик. А традиция у нас одна. Как только мы приходим к этому месту. Рада! Рада! Где ты? Она вон что-то нашла. А что она там? Не знаю. Ой, что? Инжир давали? Да. Ну, вот она его будет полдня есть, инжир. Видишь, она его сейчас съест, все косточки выплюнет. Вчера рыбы дал кусочек, так она съела, все косточки выплюнула. Грушу даю, грушу тоже косточки это не ест. В общем, культурная. Куртульная. Эй, эй, а ну-ка. А ну-ка. Серега, давай, давай. Серега! Ну-ка, Мирка! Мирка! Это Мирка зачинщица. Что получилось? А ну перестань! Ты уже как Марсик, хуже Марсика! А, ты этого, Марсика изолировал, да? Ну да. Мирка! Мирка! Не лезь! Лирик! Лирик! А Лирику только кровь заиграла. Давненько. Иди домой! Быстро! А ты стой тут! Фу. Блин! Мусор! Мусор вывалился! Ох вы, шалопаи! Уйди! А тебе надаю!
Она, по-моему. Ты набросилась. Еще вот, за этих маленьких крупичек давно не было. Они же вас примеряют только. Ух ты ж, змеюка. Вот сейчас возьму хворостину. Вот она. И надаю тебе. Серега тоже там с хворостиной. Лирика, наверное, прогонял. Получишь у меня? По жопе получишь. Ну, без Марсика легче. Они хоть здесь сцепились, да? Ну, конечно, выпускай. Все, Лирик ушел? Да нет, вон он лежит. Где? Вон он. А, ждет продолжение банкета. Он ждет всех. Тебе сказали, иди домой. Че сидишь там? Лирик, хочется продолжить мероприятие. Ну что, что будем делать-то? Ну, пошел, я не купил. Иди его уводи, а я открою Марсика. Ой. Кому сказал домой быстро? Змеи вы. Все было хорошо, все, и вдруг бах. Вот. Фух. О, фонарь загорелся. Сейчас. Выходи. Ну, что было? Что это было? Иди сюда. Куда? Нет уже твоего друга. Все. А это тоже ждет. Что такое? Продолжение банкета. Я даже камеру не выключал. Что там получилось, не знаю. Сейчас буду рассматривать. Что? Что? Глянь. А, засеменил, засеменил. Как же подраться? Ну, мало же подрался. А ты с каждым днем все хуже и хуже становишься. А этот все уже у него. Где же этот Лирик? Где? Сейчас же надо еще получить, чтобы он... Ты же получишь от него. Не он от тебя, а ты от него получишь. А так хочется получить. А думаешь, что сейчас я Лирику дам. А Лирик тебе все время дает. Хоть тебя и любят все Марсика. Да и Лирика любит тоже. Пошли, все. А уже, знаете, как говорится, в жопе шило загорелось. Все, уже такая походка стала другая. Я же уже знаю Марсика как облупленного. Не додрался. Все, не успели они сцепиться. Вот когда в ухе дырка появится, тогда хорошо. Когда ходить не сможет. Я добавил яркости. Ой, это не, нереально. Реально вот так сейчас примерно. Вот. Нет, сейчас скажу как. Вот так реально. Вот. Ну, я чуть добавлю. Ой. Вот бывает хорошо. Месяц, два. Жорка приезжал два раза. Ни разу никто никого не приписал. Ничего не было. А я Сереге ношу деньги. Так и не отдал. Аванс. Уйдет домой. Че? Кому деньги отдадим? А, вот, Серега. Вижу, слышу, тачка гремит. Вот такой у нас вечер. Сюда решил посадить шарик.
Все, уходим домой. И это же в глаз получила от Лирика. Сегодня Вика говорит, она опять тоже от него чуть не отхватила. Ну что, земляне? Сереж, выключай свет. Выключай. Ну все. Всем хорошего вечера. Кто смотрит утром, доброе утро. Кто смотрит вечером, доброго вечера. А кто смотрит ночью, тому доброй ночи. А кто смотрит днем, тому доброго дня. А кто не смотрит, тому не знаю, что тому. Даже не знаю, что сказать тому. А кто не смотрит, тому Серегину зарплату. На чем же-то надо закончить ролик? На чем-то.